Двигаем дальше? Двигаем. Сейчас. Наваляем одному из множества. Что? Кто чего? Кто? Ты кто там что вдруг сказал? Крылатая мать, вот это да. Так, ну, это все нас не интересует. Сейчас есть только... Ого! Так, руины нам, по-моему, эти нужны. Что это? Да и на них. Да и на них, блин. Так, по-моему, руины нам как раз-таки нужны. Ежели я ничего не путаю. По-хорошему, если я сейчас здесь в руинах найду кристалл, надо будет сразу идти назад. Прям с... А я здесь, по-моему, его и найду. Да, это у нас... Помню, это у нас тут змеюки подколодные были. Били нас, понимаешь, ручками и ножками. Было такое дело. Сейчас бы я с ними схлестнулся. Посмотрим, кто сильнее. Сейчас, кстати, да. Сейчас магия у нас совсем другая и поддержка совсем другая. Тут уже... Легкой прогулки для змеек не получится. Так. А что, здесь нет, что ли, этого? Да ладно. Черт. Здесь нету. С одной стороны, и хорошо, с другой стороны, плохо. Потому что сейчас надо искать все вот эти вот места, точки. Я просто не помню реально, где они находятся. А, где эти? Стоп. Чуть у меня тут много всякой фигни. Да, вот для этой штуки. Вот хоть бесит, что он один камень только дал. Почему? Ну почему нельзя было сделать его многозарядным и дрить его в корень? Ну и хотя бы несколько камней, чувак. Я тебе уже принес столько данных. Дай ты мне... Сколько там их осталось? 3 шкатулки, блин. Гигантские пуки. Okay, everybody fall in. Ребята искренне делают вид, что они меня не видят. Я не могу. Ну серьезно, прям рядом стоит, типа, ну гуляет тут какой-то там 17 уровень. Ну, мало ли, что. Как это, мало ли кто тут гуляет под джунглем. Ой, я не могу, я в восторге от этого. Так, а здесь у нас есть эта хрень? Я не помню. Давайте посмотрим. Так, копье раздробленное. Мы, конечно, можем это копье раздробить окончательно, как бы, сейчас тем более. Но зачем? Вопрос. Ребята сидят в своих джунглях, им нахрен ничего не надо. Так что я как-то особого смысла в том, чтобы из них их изничтожать, не вижу. Здорово, Куамах. Как жизнь? Зачем рубить ее? Ой, кусочек. Вопрос, надо ли это? То есть, если... Вряд ли мне сейчас тут дадут что-то такое прям невероятное. Опыта я тут много не заработаю. Каких-то... Невероятных игрушек уже тоже вряд ли. Okay. Так, вот тут у нас есть пещера водопадов. Тут какой-то гадючий храм непонятный. Опа, жуки олени. Нет, ну стоп, а где? А где? Yes. Слышь, жук-олень.
Оглох или ослеп, блин? Ты мне нужен. Мне на тебя заказ выдали. Жук-олень. Да, редкая птица, я вам скажу. Этот ваш жук-олень. Совсем редкая, блин. Я что-то с ними вообще особо не сталкивался, да, получается? Ну да, я их игнорировал, они тоже слабые. А зря, идите его в корень. Теперь получается... Это сколько мне опыта сейчас дадут за победу вот над этими ребятами? Сейчас посмотрим. 23 очка опыта. Какой кошмар. Так, пойдемте в пещеру сходим. Потом можно в Торуин сходить. Шахты, Торих. Придется погулять, да. Тут же ничего не попишешь. Так, а что мы увидели? Фантомы. Какие фантомы? О, выживание. Смотрите следы. Следы. Это еще что такое? Yes. Здравствуйте, сударь. А вы кто такой? Среди деревьев вы видите какую-то странную фигуру, облаченную в черной звериной шкуры. Вокруг не кружатся тени. Ты бродишь под джунглем одновременно как хищник, как жертва. Кутамба думает, что долго ты не протянешь. Почему это? Мои дети проголодались, так что ты весьма кстати. Твои дети? Да, мои дети волнуются, они ели уже несколько дней. Давай, подходи, я сломаю тебе хребет, раздавлю твою жалкую черепушку. Возможно, ты в самом деле хищник, хорошо, не буду решать твою судьбу за тебя. Ну, а сейчас ты сдохнешь, тварь такая. В смысле? Эй! Сражаться! Ты чё? Я ж нажал, блин, атаковать. Дети у меня проголодались. Кушать, говорит, детишки хотят. Тоже мне. Как там? Булочка дома, путник. А, нет. О жене все время говорил. Это-то. Легкий щит из Золонтара. Плюс один, плюс два. Хрень. И копье из Золонтара. Золонтар или черное дерево. Очень прочное, легкое дерево, чья краска варьируется от темного ореха до почти черной. Да, мы читали это. Это мы уже все читали. А стрелы так и не опознаются. Сколько времени я их уже с собой таскаю. А толку все ноль. Вот видите, да, тут до сих пор, я хочу сказать, находятся вот такие вот соперники специфические. Вернуться. Вот этого чувака надо было прибить, потому что он занимается тем, что уничтожает других. Батири, сделай вид, что меня тут нет, а? Он сделал. Батири прикинулся. Куда? Куда тебя понесло нам в другую сторону? Фантом, это, конечно, интересно, но... Так, в этой пещере я не помню, есть тут или нет то, что мне надо. Так. Ничего не моргает. И здесь нету, к сожалению. Блин, печально. Печально. Yep. Продолжаем простые движения. Фантомы идут нахрен. Без разговоров, без обсуждений, без смс-регистрации.
Так, а вот, собственно, и Торвинчик. Можно ли тут открыть факторию, мне это интересно. Куда тебя понесло? Вот. Да ладно, серьезно, нельзя. Ну, можно торговать всякой фигней, да? А чё мне? Запас отряда, ладно, пусть у меня лежит. Ну-ка в церковь зайдем. Что нам тут предлагают? То есть здесь фактории строить нельзя. Блин, это, знаете, немножко печально, на самом деле. Было бы здорово, если бы можно было. Где нужда твоя одежда? Так, аптечки тут есть, да? Это хорошо. Но аптечки есть здесь, только здесь. А, вот, собственно, и всякие золотые обручи, да? Чтобы создавать кожные... Ага. Алебарды, боевые косы, боевой молот. То есть обычные вещи, из которых, в принципе... Вот у меня сейчас что это такое? Это дробящая маленькая... Дробящая большая боевая палец. Хм. Дробящая. Тут рубище. Дробящая маленькая. Эко, купим. Сейчас. Боевая палец. Я могу сейчас на нее нафигачить всяких плюшек, да? Плюс 2, например, так далее. И заменить. То есть этого азурика. Бонус усиления. Ну просто мне этот великий героизм, все усиление критических ран вообще сейчас нафиг не надо. Хм. Ладно. Но я думаю, что... Блин, наверное, в тех церквях тоже можно это покупать, скорее всего, да. Вопрос только, где у нас здесь есть склеп. Нет, не склеп. Хотя склеп тоже пригодится. Ярость бури. Вот в ярости бури точно есть то, что нам надо. Это прям даже не обсуждается. Пуф. Есть тут что? Эх, не ищем. В склепе пустотень. Пустотенечка. Так, ну что, пойдемте наверх. Много шкур. Это целых две. Обалдеть. Так, шахта и... Пройдет лесом. Тоже идете лесом. Куст. Орехи куда? А, да и на них нет. Нафиг. Да и на них, и на них, блин. Да и на них. Да и на них. Сюда нас пока не пущают. Еще один, да и на них. Не пущают же, да? Не пущают. А это что такое? Хижина рыбака, по-моему, называлась эта штука. Ну блин, ребят, ну чё вы на дороге стоите, а? Да-да-да, очень страшно. Чего тут шаромахаетесь, блин? Идите отсюда. Решила интереса ради вот сюда залезть все-таки. Вдруг что-нибудь да высветится, но что-то нет. Ну, чувак, ну не лезь ты ко мне, а? Ну не хочу на тебя время тратить, блин. Дрить-то в корень. Нет никакого желания, блин, на вас... Со шкутарочки, блин, ладно за вас хоть какую-то, хотя бы соточку опыта давали. Хотя бы 23, блин, это вообще ни о чем. Так.
тут нет ни хрена. А тут? А тут ни хрена нету. Блин, а какое разнообразие, ёлки-палки. Не... Прям... Даже материться неохота. Давай еще. Все, да и на них. Спасибо. Нет, ты у нас огненный таракан. А, тритон, таракан, ладно, неважно. Так, мы сейчас прёмся в этот город. Зачем? Шахты Сягола. Заглянем в Сягол. Торговля. Ну, тут нам ничего не надо, по сути. Так, таверна, снять комнату. Церковь Лукин вряд ли нам что новое даст. Огры. Огры. Ух ты. Две шахты. Три шахты. Идти то налево. Ничего себе тут шахтное. Так, давайте заглянем тоже сюда. Будем последовательны, то есть я не хочу как бы, ну, не хочу ничего пропустить на самом деле. Надо здесь закончить, чтобы больше сюда не возвращаться. Спокойно здесь все пройти, это не так долго. Ладно, это долго. Че? Книжный шкаф? А, ну это, наверное, что-то неломаемое. Терпеть не могу неломаемые вещи. Прям вот, ненавижу сейчас оставлять их за собой. Так, тут нам ничего не надо. Тут вроде тоже. Здесь, помните, мы какой-то конфликт решали вроде бы. Ну как решали? Пришли, всем морду посворачивали. Решился там конфликт, не решился, хрен его знает. Но живых не осталось. Живых свидетелей не осталось. Так. И тут у нас... Ну ничего не подсвечивается. Да. А, это отдельная комната, блин. Я что-то подумал, что здесь проход есть. Эй, ты чё? Всё-таки за Плута тоже интересно играть. Я хочу сказать, именно таким саппортом. Хотя... Ты будешь немножко ограничен в своих действиях. Интересно, а на Warwinter 3 есть? Что-то вообще ничего такого не... Да я про эти дополнения ни хрена не слышал, если честно. Вообще, надо будет посмотреть. Вот ведь... Это то ли последнее... Нет, это, по-моему, предпоследнее дополнение, которое есть там. Из того, что у меня на компе находится, в этом, в гоговской. Это гоговская версия, если что. На ВН. Там, по-моему, всего три дополнения. Надо будет глянуть, может, еще какие-то есть. Пока вкачать можно. Скачать где-нибудь. Так, вот это... Так, теперь ярость бури, да, нам сюда. И, по-моему, вот в ярости бури как раз и будет то, что нам надо. Да что ж ты тут все топчешься? Ну, давайте еще раз переночуем. Да что ж ты никак не свалишь-то, падла, а? Ну что с тобой не так, блин? По краешку прошел. Я так и представляю, как наш варвар крадется мимо этих огров, и крадется и тихо, как это, с громким матом, так знаете, типа, хоть бы не заметили. И огры там сидят, мама родная, делаем вид, что мы его не заметили, ребята, вдруг пронесет. Чего? От тебе здрасте, нифига себе. Я тут еще что-то новое открыть ухитрился. Нормально, а ну пошли. Вот это да. Поняли. Тут, оказывается, еще не все найдено. Да. Thank you.
Нифига себе тут огненные тритонны. Так, с них падают камушки, это хорошо. Камушки нам, в принципе, нужны. И метательные топоры, которые нам нахрен не нужны. Так, все. Ну, такой тип пещеры мы уже видели. Так, тут тупичок, тут что-то полезное. Свитки. Ну да, здесь мы вряд ли получим какой-то офигенный прирост опыта или еще чего-то этакого. Yep. Мадам? Yes. Зон для прокачки. Ну и рассказ нашему Вола. Вола. Что там? Сказать, чувак, мы нашли еще одну плюшку. И он такой, ура! И мы такие тоже, ура! И все такие радостные. Вот так. Нормально так накопили уже, да? Да, хорошо. Хорошо, что я камни не стал продавать. Все-таки мое хомячество иногда очень полезно. Что ты не выкидываешь такие вещи, а хранишь их. Да уж, неожиданно, блин, еще одна пещерка нашлась. Маленькая, конечно, бесполезная, согласен, но, блин. Yep. Кот достал уже орать, а? Шупа с ручкой надоел, блин. Yes. Зараза. Вот пока не выйдешь в комнату, он не успокоится. Будет орать до упора. А потом же таким обиженным видом, типа, ну что такое? Я же просто гнусаво мяукаю так, что соседи через полтора этажа, блин, на меня бесятся. А, это же бомбардир, это немножко не то. Мне-то эти нужны. Олени. Ну ладно. Пусть будут жуки-бомбардир, хрен с ним. Ядовитая железа, у нас же целых 3 штуки получили. Тут обычно падает, блин, одна штучка всего. А здесь, знаете. Цексов, может, они тоже где-нибудь нужны будут. Бывают же чудеса. Чудеса бывают, да. Кто это? Гигантские пауки. Не, ребят, вы мне нафиг не нужны. Ярость пури. Пошли. Нам сюда и надо. И здесь вот точно была эта магическая херотень. Но вот здесь камня пути какого-нибудь не хватает. Очень сильно. Yes. Вон он, собственно. Глазик. Вот и теперь мне нужно бежать черт знает куда, чтобы просто, блин, передать этот камень. Ну это сдуреть можно, а. Зачем так сделали, я вообще не понимаю. Погодь, так может тебя того? Шамаля больше нет, я свободен. Ну да, чё ты, иди. Ты чё такой? Ты чё тут сидишь-то? Иди. Шамаля она у нас теперь. Всё, как говорится, наша волшебница в кольце заточён. В качестве небольшого подспорья. Теоретически сейчас можно еще здесь побегать. Теоретически. А шамалю ведь он до сих пор у этой девочки. Ну, кольцо на пальце, да? А, кольцо призыва джин. Он до сих пор тут. Ох, сколько мы намучились. Я сейчас бы пришли наверх, как бум, этого джина бы просто с первого, тот же этот наш варвар, просто бы ему как прописал разок двушником, блин. Тот бы даже понять не успел, откуда прилетело. Так, ну давайте прогуляемся, раз тут еще можно находить какие-то пещеры. Неожиданно. Давайте. Поющие пещеры. Это да, это я помню. Ну, пожалуйста, гнолы.
гнолы. Гнолы, идите вы в г... не скажу куда, блин. Нимбар. Это город, по-моему, да? Да. Упыри. 5 уровня. Смешно, да. Ну куда? Ну уйди. Уйди, противный. Фу. 5 уровень. Скройся куда-нибудь, я исчезни. У меня ваших упырих лапок уже знаешь сколько, блин. И с когтями, и без когтей, и с костями, и без костей, блин. И накрашенные, и на маникюренные, все есть. Так что уйдите. Так, тут мы были, и тут... А, это вода. Ладно, ок. Тут мы были. Хорошо. Хорошо, хорошо. Все-таки, по-моему, какой-то сдерживающий фактор на более высокие уровни есть у них. Ну, то есть, видите, они как-то не особо агрятся, все равно. Ну, все-таки, видимо, есть тот момент, что если ты слишком сильно превосходишь по уровню, то тебя не то чтобы игнорируют, а типа, знаешь, так это больше времени на то, чтобы уйти. А типа, мы тебя отпускаем. Да. Мы решили. Хрена себе лошадь. Ну, сундук. Бриллиант. Мешок с баблишком. Хорошо гуляем, слушайте. Прям это. Так. Нет, ты отстань. Не-не, давайте. О, Рассатан. А, это город. Рассатан. Рассатан, два сатан. Чё скажешь, Рассатан? Так. А, кстати, а зря я в таверну не заходила. Чё-то не подумал даже об этом. Там ведь что-нибудь может быть. Блин. В прошлых-то городах. Не факт, конечно, но так. Рассатанский рыбак. Гражданин Самарах. Танцовщица. Это с нами. Не хочешь? Ну и ладно. Музычка прикольная. Так, а где же еще я видел, а? Где-то же еще было. Это было еще этот глаз. У меня сейчас получается открыто 4 из 6. Да? Да. Так, давайте сгоняем до хижины. Имеет ли это смысл? Я не уверен, честно говоря. Так. Поющие пещеры, блин. Стоп. Да, давайте сначала к ним. Здорово тебе, верно, черт побери. Большие такие. Мяса много. Еда. Сейчас в Майнкрафте, блин, зомби. О, мясо, идиот, стой. Иди сюда. Хотя, ребята, там... В смысле, звук. Мы же вроде порешали эту тему со звуком. Еще в прошлый раз. Мы же вроде вернули эту цацку-то поющую. Что ж ты мне тогда рассказываешь что-то? Блин, вот он, зараза. Да, он здесь есть. Так, окай, значит. Блин, а. Ну почему он мне... Почему мне не дают два таких шарика? Поищу пещеру, да? Запомнили. Но сюда, значит, надо будет возвращаться. То есть сейчас придется бежать туда, потом обратно. Блин. Спокойно. Я спокоен. Я тучка. Я вовсе не медведь. Ах, как приятно тучки. А всякой хрени вам трындеть. Тик. Дальше. Давайте дойдем до конца пещеры. Так сказать, для успокоения совести. Поющие пещеры, блин. Ну какой звук? Ну что ты мне рассказываешь, блин, а? Звук мы уже в прошлый раз утаранили отсюда. Ну и чё? Нет тут никакого звука. Вот ведь хрень забагованная, блин.
В хижине там точно ничего нет, но лучше прогуляться. А вдруг я сейчас еще какую-нибудь интересную вещь найду. Или плюнуть на все и побежать на выход. То есть вообще не отвлекайся, как бы потом вернуться и начать прямо отсюда. Ну, вариант, в принципе, неплохой. Верно, отстань, я не голодный. Нет, спасибо, я не голодный. Все помнят этот шизоидный мультфильм. А вот здесь точно ничего нету, а? Прям такой закуток, вот здесь что-то, понимаете, вот должно быть, но здесь ничего нет. Ну что за хрень? Кобольды, второго уровня. И что мне с ними делать? Они еще и меня типа палят. Чувак, ты уверен, что ты хочешь меня найти? Мне почему-то кажется, что ты вот не хочешь меня находить. Вот что-то мне это подсказывает. Кобольды второго уровня хотят найти героя 18 уровня. Нашли. Что дальше делать будете? Гнолы развлекаются со стражниками. Так, давайте тут прогуляемся до хижины. Не, ну в хижине там тут точно уже ничего не будет, но лучше пройтись. Так, это у нас черный рынок. Это мы Чирку оттуда достали в свое время. Чир, не хочешь на рынок сходить? Мы в прошлый раз туда пришли, тебя прикупили. Выгодное приобретение, я тебе скажу. Злоднявка ты наша мелкая. Кто? Ящеры. Хотя я бы по-хорошему, конечно, предпочел какую-нибудь колдунью еще одну. Все-таки. Вместо Чир. Она волшебница, вот в чем проблема. Не столько даже проблема, сколько... По-моему, все-таки колдуны как-то более сильные, что ли. Их заклинаний у них побольше. А может и нет. Точнее, не так. У них вариативность выше. Потому что у волшебника, да, много заклинаний, но ты что приготовил, тем ты и пользуешься. И вариантов нет. А у колдуна просто 6 того, 6 того, 6 того. Да, ты тоже как бы выбираешь. Но ты можешь, например, если вдруг что-то не так, блин, не то подготовил, и все. И привет, горячий. Ну, здесь мы были, здесь мы все смотрели. Не знаю, на самом деле тут сложный вопрос, кто там лучше, кто хуже. Я не настолько крутой задрот, чтобы прям досконально в этом разбираться. К сожалению. Или к счастью. Я не знаю. Так, запомнили. Поющие пещеры. А есть ли тут еще одна? Ну куда тебя несет, дурила, блин? Ну ты что, не видишь, кто тут идет? Батири 8 левел. Ну это уже... Эти, как говорится, могут еще и что-то из себя попредставлять. Все-таки восьмой... Скажем так, второй левел против 18-го, это все-таки не восьмой против 18-го. Все-таки немножечко... Блин, кого я обманываю? Восьмой левел против 18-го. Это, блин, Жигуленок против КамАЗа, блин. Да, печально. Не выдержала стража натиска бешеных гнолов. Нимбр. Бр-бр-бр-бр-бр. Кстати, Нимбр. А это ж ведь не войти в деревню, да? Ну, давайте зайдем. Что нам тут скажут? Скажут, а вы арестованные пособники Змеюка. Я скажу, чё? Сюда иди. Он такой подойдет, а ему как треснул мечом промеж ушей. И он обиженный пойдет обратно. У вас все дома? Ну и ладно. Что у вас есть на продажу? Ну понятно, всякая фигня. Ну а птички есть, да? Угу. Ну тут, в принципе, вот эти стартовые моменты, они, по-моему, везде есть. Так, сельский житель. Помс, столько крови.
А вы что скажете, морды спасенные? Вы же меня не любите, насколько я помню, да? Ты убила их. Я ничего не делал. Я ничего не знаю. Странное народишко, блин. Прям как, как население Российской Федерации, ё-моё. Так, а сюда мы что приперлись? Ведун. I'm surprised you're still here. Да. Ты уверен? Да, он уверен. Так, ладно, значит, в Нимбре нам делать реально нечего, но зато для очистки совести мы тут были, все смотрели. Все просмотрели, со всеми пообщались. К сожалению, да, продолжения истории, конечно, тут не хватает. Все-таки. Ну, как бы, вот, ну, убил я стражников, и где какие-то последствия? Где хоть что-то, блин? То есть, почему, как бы, здесь нет засады, еще чего-то там, например. Не хватает немножечко, не хватает. Хотя, с другой стороны, может, и к лучшему, что не хватает. Так. Это у нас... Мы идем к центральному городу. Так, давайте-ка мы сначала прогуляемся. Длинный каменных ножей. В лунке корабле крушения. Так. Чир! Слушай, я тебя, наверное, выставлю на торги. Ты не против? Доел ты мне хуже горькой редьки. Так, тут случайно не появился, ребята? Там ведь какое-то количество, по-моему, сбежали, блин, опять будильник. Да чтоб тебя. Че, по новый рынок не открылся? О, подумаешь, какие цацы, а? Вот один раз драку устроили, один раз всех перебили, и все. Мы больше не работаем. Тоже мне... Чё, Чирка, знакомое место? Если ты не торопишься сюда идти, да? Это правильно. Так, ладно, здесь ничего нет, портал не фурычит. Так, теперь надо по берегу прогуляться. Теперь надо прогуляться. Давай-давай, иди. По берегу. Блин, выживаемость надо на максимум прокачать. Следующий уровень тоже выживаемость вкину. Здесь. До 20-очки, я думаю, прокачаю. Этого будет более чем достаточно. Там, по-моему, 10 очков за раз прилетает. За раз. Так, что у нас тут? Ну да, неожиданная пещера. Это, конечно, классно было, что мы ее все-таки нашли. Очень здорово. Но что-то больше, по-моему... В остальных местах, похоже, мы более тщательно гуляли, чем там. Больше что-то как-то ничего и не находится. Вот фургончик. Маленьким фургоном никто не присматривает. Ай, какая прелесть. Партия древесины. Целый один лес. Одинокое бревно в фургоне. Гоблины, уровень третий. Ребят... Вы точно хотите меня найти? Нет. Ребята оказались крайне благоразумными. Искренне сделали вид, что их там нет. Так, а тут у нас чаво. Так, чаво, ничаво. Столько для оружия? Да. Здрасте. Это как? Я пропустил стойку для оружия? Вот это да. Позор на мои седины, чтобы я стойку для оружия пропустил. Пусть даже тут ничего нужного-то и нету, но блин. Стрела плюс один. Кама плюс один. Как? Какое? А, ониксовое. D6. Удвоенный диапазон угрозы критического удара. Сильный критический удар. Хорошее копье, кстати. Достаточно. Нифига себе, ты ж как я так. Ай-яй, ну это прям все. Это. Как я мог прозевать такое?
Это просто какой-то позор. Двойный диапазон критического удара. Блин. Это круто. Черт побери. Окей. Так, корабле круш. Да не отстань. Блонки кораблекрушения. Это самая стартовая локация, мне, по-моему, делать нехрен. Или все-таки есть чего? Что-то было с этими обломками, вот что я не помню. Что-то здесь было. Лихо кораблик разломил, конечно. Да, вылезли б мы такие из него в прошлый раз. Ага. Здрасте. Да-да-да, кстати, каменный пилон. Мы его так и не можем открыть, между прочим. Объект заперт. Okay, everybody, fall in. I'll show you the way. О, прикольный обзор. Yes. Вот что я помнил. Вот эту странную дверь. На которую мы так и не нашли никакого ключа. Может, конечно, она потом еще появится. Появится этот ключик. Как этот корабль вообще в эту бухту? Смотрите, как он сюда мог влезть? Физически невозможно. Третьего в корень. Фактически здесь нет ни хрена. Тут у нас лорд Вола Дерифмоплет сидел. Так, ладно, значит, здесь мы побывали. Ничего не нашли. Ничего не видали, да? Вспомнили про эту дверь. Хорошо, что вспомнили. Здесь получается... Как мы выжили вообще, блин? Чудом. Чудом ушли. Чудом. Где там у нас выход? Эй! Выход! Выход! Ну ты где? А вот, блин, не с той стороны ищу. Эх. Хорошо, хорошо. Здесь, значит, тоже все норм. Вязано в песочке. Так, ну здесь я вряд ли найду что-то новое. Хотя потому, что здесь в свое время было обойдено вообще просто все, что только можно. Прям весь этот самаргол был вдоль и поперек обгулен. Вот, пожалуйста, ящик валяется. И вот 4 кожи. Ничего себе, блин. Меня в самаргол-то пустит или как? А вот и ты. Я к тебе сейчас приду, жоп с ручки. Если ты уж я тебя кормить буду, а сейчас, да ничего себе, блин. Да ну нифига ж себе. Так, гильдия ремесленников, пойти. А, нет, подожди. Так, гильдия ремесленников, рынок открытой ладони, войти на рынок. Так, давайте, знаете что, небольшой перекурчик. Еще одну серию надо будет сегодня записать все-таки. Да я и успеваю, в принципе. Ну давай, заходи на рынок, елки-палки. Специально жду. Давай. Странно, никто не атакует. Так, сохраняемся, хотя тот в цифре теоретически должен быть, да, он есть. Но все равно сохранили. Окей. Окей. Escape, пауза и перекур.